Всем привет! И снова канадские серебряные юбилейные доллары. Первый доллар 1976 года, посвященный столетию библиотека парламента Канады. Библиотека расположена в комплексе зданий канадского парламента на парламентском холме в городе Оттава. Это единственное уцелевшее здание старое, которое уцелело после ужасного пожара в 1916 году. Дизайнером реверса монеты является Патрик Бридли. Его литера расположена слева от библиотеки. И Вальтер Отт, литера справа. Монета серебряная, 500-я проба. Вес 23 грамма, 32 миллиграмма. Диаметр 36 миллиметров. Тираж монеты составил 578 708 экземпляров. Кстати, в интернете есть виртуальная экскурсия по зданию библиотеки. Мои наилучшие рекомендации к просмотру. Есть на что действительно посмотреть и порадовать глаз. Великолепная архитектура и дизайнерские решения. Второй юбилейный доллар 1975 года. Посвящен столетию основания Калгари. Первоначально в 1875 году в районе Калгари был основан пост северо-западной конной полиции для защиты западных равнин от американских торговцев виски. И через год начальник поста, полковник Джеймс Маклауд, дал ему название Форт Калгари. Название взято с острова Мал в Шотландии, откуда он был и родом. Дизайнером реверса монеты является Дональд Д. Паттерсон. Его литеры расположены прямо под ковбоем. Монета также серебряная, 500-я проба, вес 23 грамма, 32 миллиграмма. Диаметр 36 миллиметров. Тираж монеты составил 930 956 экземпляров. Третья монета, также юбилейная, посвящена столетию канадской тихоокеанской железной дороги. Канадиан Pacific Railway. Она связала оба побережья Канады в единую магистраль. Строили ее ударными темпами, по-моему, за 6 лет построили. Дизайнером реверса монеты является Кристофер Горей. Тираж монеты составил 699 494 экземпляра. Монета также серебряная, 500-я проба. Вес монеты 23 грамма, 32 миллиграмма. Диаметр 36 миллиметров. Великолепные нормальные монетки, которые, думаю, украсят любую коллекцию. На этом ограничусь. Наилучшими пожеланиями, Дмитрий.